Всем привет из прекрасной Южной Каролины. С вами Виктория, и сегодня мы сделаем обзор вот этих вот общественных удобств, которые входят всем жителям, которые принадлежат к этому комьюнити, к этой комьюнити. Хочу вам показать. Значит, здесь называется это комьюнити Harrington Community. Здесь у нас есть два бассейна, как вы видите, очень большие. У нас здесь есть плейграунд. Березки, красота. У нас здесь есть плейграунд с качелями. Очень много здесь common space, или как бы общей эрии для людей, для удобства. Здесь у нас вот такой большой, я говорю, бассейн один, который мелкий, получается 4 фита, это, наверное, самое большее, и такой меленький для маленьких. И дальше у нас есть побольше бассейн, глубокий. И здесь у нас такая прекрасная беседка. Здесь можно как бы заказывать, когда у вас большие, как бы не то, что заказывать, бронировать, когда у вас большие парис. И вообще отдыхать вот здесь. Так приятно. Здесь есть камин. Столько много места. Летом здесь вообще всегда огонь. Огонь пари. Смотрите, какой классный камин. Там у нас еще есть для маршмеллоус огонь, чтобы полить вечером, такие классные fire pits. Давайте посмотрим еще на этот бассейн. Вот это вот community, она находится 20 минут, нет, да, где-то 20 минут от даунтауна Гринвилла, и меньше чем 10 миль. Здесь находятся три застройщика, которые обслуживают всю эту community. У них сейчас есть много свободных, новых фейзис, как говорится, свободных домиков, которые они сейчас как раз есть горяченькие на продажу. Здесь HOA есть, который вот это все включает. И HOA очень в год $550. Это в год. И вот эта вся эрия, вот здесь зелененькая. Здесь уже ничего, строечки, ничего не будет. Это можно здесь гонять футбол, волейбол, что хочешь. Это просто классно, мне так нравится. Да, здесь area community большая, потому что три застройщика. Но очень весело, очень классно, очень хороший location. Много парковок. Вот там у нас почта. По всем вопросам, пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь. Виктория, 864-705-9531. 864-705-9531. Спасибо за просмотр.